Азатлык, Азатлык, подожди, вот Азатлык — это газета против Азербайджана. Мне интересно, вы это название, почему тебе поставили? Это против правительства Азербайджана, правильно я поняла? Какое правительство? Я не правительство. А почему вы себе такой ник поставили? Какой вам разница, я не понимаю. Ну, Азатлык – это газета в Азербайджане, которая выпускалась, где пропаганда против алиевского клана идет. А вы что, серьезно? Да. Вы себе уверены? Вы что, себе, подождите, вы себе ник сделали, не зная об этом, что вы себе поставили? Давайте. Они многого не знают. Так, не надо от стороны рубаться. Давайте, Многого не знают. Они понимают, что я не знаю про них больше, чем они сами о себе. Ведь вы многого не знаете. Вот именно главные редакторы этого журнала, они убежали в Европу. Их там поймали, посадили многих. Этот журнал, это газета, которая против алиевского клана работает. Я просто в шоке. Вы себе вот реально ник ставите и не знаете, что ставить. Белла, ты еще одного азербайджанца пристрелила. За ним сейчас ты хапли. Сейчас такая вонь начнется. Ара, беги в аптеку, вазелин бери. Бутылка тебя ждет. Бетон шапу еди. Микрофон откройте, я вам уже разрешаю, откройте. Просто. Да, у него уже сердце остановилось. Какой микрофон откройте? Срочно меняй свой ник. Так, давай не будем хорский ансамбль. Давайте по одному, добро? Давайте. А да. Ты что здесь, дирижер, что ли? Мои пробы. Ты видно, что ты взрослый человек, ты начал. Подожди, можно я ему просто совет дам, Азатлык? Я вот вижу, не надо мне советовать, вопрос. Подождите, я вижу, что вы неплохой человек, и я вам серьезно, вот просто чисто от души хочу совет дать. Я так понимаю, вы про это не знали, сейчас это для вас новостью было. Если вы живете в Азербайджане, просто вы поменяйте себе ник, потому что с этим ником вы себе проблемы можете заработать. Вас правительство не так поймет, честно говоря. Хорошо, а у вас правительство вообще нормально? Ты видно, что ты взрослый человек, ты начинаешь ерунда говорить. Давай с ней я поговорю потом с вами. Это самое. Что означает моя кровь, Азатлык? Ну, говори, я вас... Нет, я вам вопрос задавал. Вы начали, чтобы мои кровь... Это независимая газета, которая выпускалась в Азербайджане. Я сейчас не знаю, она выпускается или нет. Которая вела репортажи против алиевского клана. Не, вы неправильно обсуждаете. Это ТТХ будешь говорить, нет. Нам нужно барабан. Спасибо, Рехенька. Я вам серьезно говорю, может вы не знали, вы тогда пересмотрите название своего клана. Подождите, я не понял, я не знаю свой профиль. Это Азатлык, это свобода называется. Свобода. Не имеет значения, хоть азербайджанская. Значит, вы не знаете про эту газету, потому что это газета пропаганда против Алиева. Значит, вы попали, понимаете? Слушай, дорогая моя, подождите. Это оппозиционная газета. Всем привет. Свобода, оппозиционная газета. Если ты не знаешь, так будешь знать теперь. А Азатлык есть радио. Радио Свобода, да? Подожди. Радио Свобода. Это Азатлык. Главный редактор этого радио Хадиджа Исмаилова сейчас находится в Европе. Она против алиевского режима. Это радио Свобода, Азатлык. Это Азатлык еще в 1918 году. Что ты мелешь там? Хадиджа. Это оппозиционная газета, оппозиционное радио, если ты не знаешь. Тебе говорят, послушай умных людей. Если ты не умный, то послушай умных людей. Юля, он не поймет мысль. Можем ему вопрос задать? Я тебе... Ты мои ногти больше... Я хочу вопрос задать, Азатлык. Не надо мне вот... Слушай, я тебе хочу вопрос задать. Слышишь, я сейчас тебе хочу один вопрос. Ответишь на мой вопрос? Давай по одному. Да я, мне через 10, блядь, врежу. В один с тобой врежь разговариваю. Только Вреж, без матов. Врежь, как? 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 Врежь,
Хорошо, а у вас правительство вообще нормальное, Армения? Да, давайте. Ты поставил фото Расулзаде, это партия Али Керемли, которые они против Алиева, и радио Азадлык, это радио Свобода, да, который, их главный офис Алиева находится в Праге, а Хадиджа Исмаилова находится в изгнании из Азербайджана. Слушай, дорогой, давай ты... Я что-то неправильно сказал, скажи мне. Ты далеко, ты колхозник, ты просто мелешь там. Ты поставил фото Расулзаде. Юля, секунду, Гамлет. Слушай сюда, дырка свободная. Ты сам просишь меня без оскорблений, без мата. Ты здесь сейчас моего брата, блядь, называешь колхозником. Ай, петух ты необразованный, блядь. Вот тебе геморрой когда-нибудь был в своей жизни, блядь? Если я был, ты ДТХ выбить. Я ебал, блядь. Ты пидорас. Мой брат тебе петух называется. Секундбургом ты меня мама отвез. Чушка торговая. Чушка ебаный, блядь. Ребята, твой мама. Брат моего колхозника, блядь, буду обзывать. Я твой мама. Расулзаде твой бил фашистов. Воевал против Советского Союза. Это фашист, да, уставил фото фашиста, который воевал на стороне Гитлера против Советского Союза. Ютуб это выкинь, бля, с его ника, чтобы его геморрой ДТХ выключил. Ребята, тебя будут ебать ДТХ. Я вообще в шоке, знаете от чего? Ну вот он зашел с таким ником, наверное, сам не зная, что это. Ну, фотографию поставь. Даешь, объясняешь, что ты проблемы будешь с таким ником в Азербайджане иметь, лучше поменяй. Он еще и матерится. Нет, чтобы спасибо сказать, что его, ну, предупредили. Знаешь, в чем причина? Он, походу, ЛКБДшник, петух, да, блядь, голубой, блядь. Он специально делает, чтобы его в жопу отымели, блядь. Походу, уже, что называется, уже штаны полный надул после этой информации. Он тебе через месяц зайдет, он тебе, Белла, через месяц придет, он тебе скажет, Белла Джан, спасибо, я ворой вылетел. 100%! Он тебе через месяц эфира, цавливает там, лайкик. Стучим, ребята, по экрану, делимся эфиром.